Современная медицина достигла такого уровня, когда она успешно борется со многими заболеваниями. Но нужно всегда помнить, что заболевания легче предупредить, чем лечить. Диспансеризация позволяет населению в значительной степени уменьшить вероятность развития опасных заболеваний. На сегодняшний день в Альметьевской городской поликлинике пройдено 2906 человек, прошли уже диспансеризацию. Из них 1301 человек прошли женщины маммографию, и причем с результатами уже ознакомлены 1098. И среди этой категории населения обнаружены заболевания молочных желез. У одной уже обнаружено даже непосредственно злокачественное образование. По словам врачей, 30% прошедших диспансеризацию – это хороший результат. И что не менее важно, заболевание выявляется и у тех, кто считал себя полностью здоровым. Особенно часто вот на нашем участке, например, выявляется повышение сахара крови, хотя пациент никогда не жаловался, наследственности этого не было. Повышается холестерин у многих, больше 4,5 миллимоль на литр, то есть мы обнаруживаем это и даем рекомендации. Диспансеризация проводится добровольно, но специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять без внимания приглашение, ведь оно позволяет каждому позаботиться о своем здоровье, пройти комплексное обследование на современном медицинском оборудовании и получить бесплатную консультацию у врача. Алсу Гутаулина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.